Здорово-здорово, братишки, сестренки, вы на канале Nixon Play. Сегодня в честь грядущего отпуска я решил конкретно шикануть и закупил 30 ящиков. Из них 3 ящика с забралом, 10 ящиков с магазином 5.56, 5 забытых армейских ящиков, 7 ящиков с рюкзаками и 5 ящиков ВДВ. В общем, на все это я потратил 4355 рублей. И в игровой валюте это примерно 71 миллион 500 тысяч, без учета ящиков с рюкзаками, так как на доске я, к сожалению, не нашел. Ух, ну что, погнали открывать, руки уже чешутся, не могу больше ждать. Ну что, братья? Дебильский аккорд перед отпуском. Короче, положил я в инвентарь, значит, дурман, мухомор, клыки тут боровые, кабанов, и бутылочку спирта. Так рекомендовали товарищи из комментариев перед открытием кейсов сделать. Ну, посмотрим, повезет или нет. Набрал я очень много ящиков в этот раз. И начнем, наверное, с экипировки ВДВ. Начнем с самого простого. Поперли гранаты. Гранаты это еще не самое плохое, в принципе, что из этих ящиков может выпасть, потому что их можно всегда использовать. Ящики с рюкзаками я оставлю на потом. Мне потому что, не знаю, у меня с этими рюкзаками старые счеты. Теперь поперли старые армейские ящики. Как обычно, такое себе дерьмецо, ремноборчики. Ну, в принципе, ремноборы еще, наверное, продадутся, потому что прошлые у меня продались, и весьма, в принципе, по хорошей цене они ушли. Так, остается у нас кейсы со станагами еще. Поперли. Ой-ой-ой-ой-ой, вы представляете, как я облажался? Я купил кейсы с сигами, ё-моё. Я реально облажался. Вот капец, прям максимально капец. Ребят, это фейл. Мало того, что... Ну, блин, ну капец. Ладно, хрен с ним, опустим этот момент. Только не смейте сильно в комментариях, ладно, пацантре? Это вообще капец. Как так можно было опростеволоситься? Ну, погнали, чё, забральник выпадет или нет? С расстройства, ну... Да, есть, есть, забрал, выпал, жесть. Ну как жесть, ну не жесть, ну блин. Но все равно это приятный плюс, приятный плюс. И теперь нам нужен что? Правильно, рюкзак. Хороший, недолбанный этот ермак, ё-моё, мать его, етит за ногу. Да ну нахрен! Жесть, 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 жесть. Комбат, ё-моё. Я это чувствовал, то что что-то... Алиса Медю! Чего? Чего такое сыпет, алё? Отрубай! What the fuck, мазафак, пацаны, меня в пот бросило, ебическая сила, я просто в ахере отвечаю. Вот это фарт, вот сегодня просто ошалеть, как повезло. Вот если бы я купил еще реально магазин, мне бы 60-ка нападало, но вот эти вот говноедские магазины, они кому вообще нужны, я не знаю, зачем я их купил. Но тем не менее, смотрите, забрало. Комбат. И Алиса, ё-моё, я просто в шоке, охренеть. Погнали считать. Капец, про клыки с мухоморами подписчики были правы. Всегда теперь надо подобный обряд перед открытием делать. Итак, что у нас по ценам? Сухпайки на 500 тысяч, балаклавы на 200 тысяч, все ремноборы вышли на 1 600 000, все магазины на СИК получились на 6 750 тысяч, шлем Кашей забрал 28 миллионов, рюкзак Алиса 60 миллионов и рюкзак Комбат 80 миллионов. Итого за открытие я получил 177 миллионов 50 тысяч. Вау, просто вау, окупился сполна. Вот такие эмоции мне нравятся. До сих пор ладошки потные. Капец, просто капец. Спасибо за просмотр. Жду твоего комментария. Не забудь подписаться на канал. И до скорых встреч в зоне, брат сталкер. Увидимся после отпуска. Вот так бы всегда.